Так, это мы на сказочном городе. Это, видите, у нас сказочные жители. Тут Гандхарва, небожители. Видите, они тут поющие чаши продают. Небесные все чаши, лучащие, исцеляющие. Здесь у нас всякие самые... Привет, завтра. Зарив! Видишь, тут всякие амулетики красивые. Снимаешь? Да, снимаю. Так что... Это как читать? Отлично. Сатвика керамика. Сатвика керамика. Ты можешь в интернете найти, да? Или сатвика керамика, все правильно. Все, кому понравится, они смогут себе подобрать. Балушки. По вкусу, по цвету, по форме. По состоянию. Да, состояние души, по настроению, все дела. Вот, а мы идем дальше. Тут тоже у нас, видите, всякие красивые Будды всякие. Янтрочки. Всякие древа. Инструменты музыкальные. Чаша 1700 гривен. Распродажа. Шапочки из конопли. Вот керамика разная. Вот можно погадать по картам Таро, погадать можно. Мехенди распись. Вот, вот у нас флейточки. А можно и на флейточке. Поиграть на флейточке. Можно подудукать на флейточке. Это у нас Петр. Такой есть музыкант. И он умеет играть. Вот такая вот, как бы, видите, флейточка. Страшная работа, всего, сколько, 400 гривен. Ну, в общем, такой обзорчик, пимак. Такой интересненький пимачок, видите, какие небольшие. Вот. Вот, всего лишь 1600 гривен. Видите, тут еще 3-4 подбора есть. Ну все, всем привет.